Семьи заложников, удерживаемых в Газе, начали четырехдневный марш в Иерусалим к резиденции премьер-министра Израиля. Демонстранты требуют вернуть своих близких домой. Шествие стартовало от кибуца Реим, место, где 7 октября боевики Хамас убили и взяли в плен десятки участников фестиваля «Нова». Предыдущий марш состоялся в ноябре. Вскоре после этого по соглашению между Израилем и Хамас были освобождены 105 заложников. В шествии принимают участие и бывшие заложники. Родственники некоторых все еще остаются в руках Хамас. Считается, что в Газе все еще находятся около 130 пленников. Марш проходит в то время, когда в Катаре идут переговоры о заключении соглашения между Хамас и Израилем, которое бы привело к прекращению огня в Газе в обмен на освобождение заложников.